События в Дагестане внесли коррективы в повестку Всероссийского совещания под руководством председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина. Глава ведомства не только познакомил участников совещания с работой сотрудников по привлечению к ответственности организаторов и участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, но и поставил задачи перед всеми сотрудниками комитета по профилактике и недопущению впредь подобных инцидентов. Важно, чтобы мы во взаимодействии с другими правоохранительными органами четко отслеживали ситуацию. Мониторили соцсети, телеграм-каналы, вовремя принимали необходимые процессуальные решения, вовремя принимали решения о возбуждении уголовных дел, о производстве первоначальных следственных действий. Основная тема совещания – работа Следственного комитета страны в расследовании преступлений, совершаемых в сфере реализации приоритетных национальных проектов. Триллионы рублей выделяются из федерального и региональных бюджетов на решение острейших социальных проблем России. За этим стоят тысячи километров дорог, благоустроенное жилье, новые школы, современные поликлиники, лаборатории для молодых ученых. В этой ситуации очень много средств выделяется на решение социальных проблем. И в то же время существуют серьезные коррупционные риски в сфере реализации национальных проектов. Народные деньги должны служить народу, а не идти в карманы казнокрадов. Обеспечить целевое расходование бюджетных средств – одна из приоритетных задач ведомства. Следственный комитет ставит надежные барьеры на пути расхитителей. Число возбужденных уголовных дел исчисляется в сотнях. Установленный материальный ущерб – миллиардами рублей. Но ущерб важно не только установить, но и обеспечить его возмещение в полном объеме. Это подчеркивает глава ведомства. Необходимо активизировать деятельность по выявлению имущества обвиняемых или связанных с ними лиц, которое может быть конфисковано по приговору суда, и незамедлительно давать поручение органам дознания направлять запросы в надзорные и контролирующие органы, истребовать имеющуюся у них информацию и использовать в процессе расследования. Следователей на местах обязательно должен заинтересовать парадокс. Местные власти жалуются на нехватку средств, но при этом объемы финансирования национальных проектов в регионах зачастую остаются невостребованными. Как это произошло, например, в Тверской области. А ведь ветхое жилье и плохие дороги – областная проблема, которая на виду. Ее не спрячешь. Об этом люди говорят. Руководителю регионального следственного управления пришлось ответить из-за своих подчиненных, которые неоднократно прекращали уголовные дела по фактам завышения цен и объемов строительных работ при разборе трамвайной линии в Твери и строительстве грибного центра. Большие вопросы вызывает работа следователей по расследованию преступлений, совершаемых в сфере реализации нацпроектов в Сахалинской и Псковской областях. Председатель еще раз напомнил всем участникам совещания. Следователи могут многое сделать для того, чтобы триллионы рублей превратились в новые дома, безопасные дороги, современные школы и поликлиники. Нужно только отнестись к этой задаче неформально. Вот это важное направление нашей работы. Национальные проекты – это основные направления развития страны. И прежде всего, это социальная направленность этих, программ. Где-то исполняется хорошо, где-то никак. А где воруют, там нужно просто реально возбуждаться и расследовать. И прекращать коррупцию и воровство. Вот это наша главная задача.